Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Мысли вслух 2.0. Меня зовут Васильев Роман. И сегодня мы начинаем новый плейлист, новую программу на нашем канале. И она будет называться «Эксперименты». Сейчас мы находимся у вот этого большого супермаркета. И сегодня мы будем проводить с вами такой экспериментик небольшой. Но он будет очень интересный. Надеюсь, вы будете смотреть этот ролик до конца. Погнали! Мы находимся с вами в супермаркете, и для нашего эксперимента нам понадобятся некие ингредиенты. Погнали выбирать. Также для нашего эксперимента нам понадобятся вот такие штуки. Так. Фильтр. Возьмем вот такой. И вот такенскую штуку. Оно нам и надо. Берем. И всем снова привет! Я рад приветствовать вас на канале Мысли вслух 2.0. Как я и говорил ранее, мы начинаем новый плейлист, новую идею такая на нашем канале. Будет она называться «Эксперименты». Давным-давно я сидел так и задумывался. Интересно. Существуют фильтры для воды, которые фильтруют воду. Сегодня мы сходили и... Па-бам! Взяли вот такую хрень. Ни в коем случае это не реклама, это нужно только для экспериментов. И мне стало интересно, вот он фильтрует воду, делает ее мягче. А что он сделает, если в него залить что-либо другое, не воду? И сегодня в нашем ролике мы будем фильтровать через этот фильтр все, что попадет под руку. А под руку у нас сегодня попало. Пакет молока. И флакончик зеленки. Мы, короче, посоветовались, и я решил, что мы уберем все этикетки с экспериментальных образцов, дабы это не являлось тоже рекламой. Но в дальнейшем я озвучу, где что. И для чистоты проведения эксперимента мы будем использовать вот такенский стаканчик. Он у нас будет сегодня мерным стаканом. И я думаю, что первым гостем нашей программы будет вот такенский лимонад. Видно, да? Наливай. Как вы думаете, что случится с лимонадом, если его пропустить через этот фильтр? Сейчас мы с вами и узнаем. Открываем заливную крышечку. Она нам, в принципе, больше не понадобится. Стакан Миринды пошел. Я уже вижу первые капельки. Прекрасно видно. Здесь вот у нас Миринда плавает. А сюда идет, фильтруется. У нас получается чистая вода. Она светлая, то есть обычная питьевая вода.
все краски и красители, они, получается, остаются вот в этом фильтре. Ни в коем случае не реклама каких-то фильтров, тупо эксперимент. Отфильтровывается. Ну, нужно какое-то время постоять, и сейчас небольшое количество времени пройдет, пока она вся процедится, и мы продолжим. Итак, прошло небольшое количество времени, миринда у нас вся профильтровалась, но я бы не сказал, я думал, будет просто чистая водичка, все равно желтый свет присутствует. Давайте возьмем вот такой фужерчик, нальем. Да, она стала намного светлее, но, блин, по цвету это похоже на желтый снег, который у нас на улице, да? Так, ну, проведем пробу. Итак, по вкусу. Ой, она стала пресная-пресная, вообще караул. Она чуть-чуть пахнет апельсином, чуть-чуть вообще. Никакого газа нету вообще. По вкусу это просто чуть-чуть, вообще еле-еле подслащенная вода, ну и наличие краски говорит о многом. Вот она, вся здесь. Гадость. Продолжаем. Для чистоты эксперимента мы сняли, поменяли, поставили другой фильтр. И теперь наш тест-драйв будет проходить тест-драйв, так сказал. Пепси. Наливаем. Наливай. О, сколько пены. Что, полный нальем, да? Эксперимент был точным. Так, отставляем, берем фильтр и забамбахиваем туда стакан пепси. Сидим и ждем результатов. Как она булькает, прямо аж это, прямо аж пердит. Я сейчас поставлю на паузу, для вас это займет каких-то там 5 секунд. Ну, а для меня минут 10, наверное. Так, пепси у нас проходит фильтрацию, булькает, плюхает, но что-то она как-то это медленнее проходит намного, чем... Я не знаю, слышите вы или нет, она сейчас хрюкает. Вот такой цвет получается на выходе. Но я тоже бы не сказал, я ожидал, что вот после действия таких фильтров здесь будет просто как беленькая чистая вода. Однако он... Фильтр, получается, убирает из лимонадов вот этот сахар, да, убирает запах, вот этот вкус, цвет остается. Вот. Получается, что там такое количество красителя, что с ним не может справиться даже вот этот фильтр для воды. О, осталось совсем немного. Итак, фильтрация у нас наконец-то завершилась. Фу, как это было долго. Сейчас мы переливаем в фужерчик и будем проводить пробу. Так, где фужерчик? Вот показываю, что все, ничего нету, все профильтровалось. Так, переливаем в фужерчик. На коньяк похоже, слушай, коньячок. Ох, что-то я сюда больше налил, наверное. Слушай, по цвету прям коньячок. Ту-дум. Итак, мы с вами профильтровали пепси-колу. По цвету она стала посветлей. Она напоминает по цвету как бы коньяк. Да? По запаху. По запаху практически ничем не пахнет. Как будто просто обычная вода, елки-палки. Вообще никак. Пробуем. По вкусу чуть-чуть где-то вдалеке отдает немножечко пепси-колой, но вообще еле-еле. И очень большое количество сахара. Такое ощущение, что вот этот стакан
положили, наверное, ложки 4 чайные сахару и размешали. А мы переходим далее. И следующим нашим подопытным будет такенский вот лимонад, газ-вода, или как ее правильно назвать, кола. Проверим, посмотрим, как профильтруется она, цвет, запах, вкус. Пробуем. Итак, мы установили новый фильтр. Бам! У нас есть бутылочка с лимонадом. Сейчас откроем. Блин, неудобно. Открой. Бам! И наливаем в стакан. О, здесь намного больше пены. Смотрите, что происходит. В пепсиколе не так было. Это как в советские годы, да? Ждите отстоя пены. Кто знает, о чем я. Блин. Есть. Итак, кола пошла. Кола проходит у нас фильтрацию. Пока она выглядит светленькой. Точно так же она хрюкает, как пепси. Проливается. Ну и вот она уже начинает темнеть. Итак, дорогие друзья, пока у нас было маленькое отступление, наша кола уже профильтровалась. Сейчас мы будем ее пробовать. Итак, кола вся у нас ушла. Здесь у нас вот такого цвета. Я опять же ожидал, что это будет все намного светлее. Я думал, вот этот фильтр, он все-таки будет задерживать краски. Но сейчас попробуем и проверим, как это будет по цвету, вкусу и запаху. Наливаем. Ну, по цвету более темнее, чем была пепси, да? Пробуем. Итак, у нас есть вот такой вот готовый стаканчик-фужерчик. Нюхаем. Ну, еле-еле вдалеке такой запах, как, типа как карамельки. По цвету она намного темнее, чем пепси. Пепси была посветлее. Значит, тут больше краски получается, да? Которая прошла через фильтр. Теперь пробуем. Да, это просто... Это просто вода. Вообще вода, причем какая-то такая, которая сутки в тепле стояла на кухне на столе. И полное отсутствие вкуса, просто вода, ни сахара. Сахара вообще никакого нету. Если бы мы пробовали пепси, там чувствовался сахар, то здесь сахара вообще нету. И послевкусие такое, как будто откусил только что там маленькую долечку лимона. То есть после того, как попробовал эту воду, да, во рту такое-то образуется... Кислинка такая. Ба-бамс! А следующим нашим подопытным, не буду показывать марку, чтобы это не являлось рекламой, мы будем фильтровать молоко. Итак, мы заменили, поставили новый фильтр. Бам! Берем пакетик молока. Так, мне тут одному без ассистента не обойтись. Придержи. Обрезай. Я буду вот так держать. Этот мягкий пакет. Обрезай краешек. Так, краешек обрезал. Берем, бэ-бэм, стакан. Ой, блин, проливается. Наливаем в стакан молоко. Сейчас мы проверим, что за будет с молоком. Опа, так. И бабахаем вот в такой фильтр молоко. Погнали. Опа. Ну, фильтрация началась. Ждем результатов. Пока выходит только водичка. Это очень интересно так выглядит, да? Здесь белое. Ну вот, реально молоко. А здесь?
О, вот начинает что-то выходить мутное. Что-то такое, муть какая-то пошла. Продолжаем наблюдать. Ай, ладно, давайте, пока оно цедится, сделаем небольшой перерыв. Для вас это будет секундочка, а для меня, ну, опять, наверное, минут 15. Итак, для вас прошло каких-то пару секундочек, для нас прошло тут минут 10. Молоко все профильтровалось. Сейчас будем наливать и пробовать, что с этого получилось. Опа. Блин, не в тот стакан налил. Я хотел же, чтобы вот тут было, вот, чтобы прям видно было цвет. Ну, сорян, пролью сейчас 100%. Вот так. Вот так будет клево. Ну, по цвету, короче, там видно, что какие-то как хлопешки плавают. Что-то такое. Сейчас будем пробовать. Посмотрим. Итак, подводим итоги по запаху. Ничем не пахнет. Ну, оно изначально было трудно это дело назвать молоком, да? Сейчас оно вообще ничем не пахнет, просто как это, запаха никакого. По цвету, да, жидкость белого цвета, но там видно, как будто какие-то как хлопья, такие хлопушки небольшие плавают. Сейчас попробуем. По вкусу. Ну, короче, вот то, что было изначально в пакете, и то, что сейчас, вкус вообще не поменялся вообще никак. То есть, то, что было вначале, и то, что профильтровалось, вообще никак. То есть, изначально это не было молоком, и после фильтрации вообще ни во что не превратилось, и так же, ну, да? Нет, даже запаха нету. А по вкусу, ну, маленько отдает таким одноразовым этим молоком. Переходим дальше. Итак, следующий наш ингредиент, получается, будет бриллиант. Блин, подождите, капюшон поправлю, чтобы такой крутой чувак был. Бриллиант зеленый, или зеленки, как правильно сказать, вот пока открывал, уже палец заморал. Короче, берем зеленочку. Вот я ее открыл, как раз пробочку снимал, палец заморал. Так, мы берем стакан воды, холодной, из-под крана. Бахаем туда зеленку. Ну, я думаю, столько будет достаточно. О, смотрите, какая кайфовая картина. Ну, размешиваем, короче. Мы размешали стакан зеленки. И сейчас мы это профильтруем. Дорогие друзья, также хочу прерваться. Огромное спасибо, что вы включили посмотреть это видео. По статистике нашего канала, очень много людей смотрит видео без подписки. Вот здесь внизу находится кнопочка «Подписаться». Нажмите, пожалуйста, кнопку «Подписаться», чтобы нас стало еще больше, чтобы мы росли в геометрической прогрессии. Нажмите также колокольчик, чтобы вы получали уведомления о выходе всех наших новых видео. Помогите нам достичь поставленной цели. Мы хотим стать популярными, мега популярными видеоблогерами. И без вас мы этого сделать никак не сможем. Обязательно жмите подписаться, колокольчик. Итак, у нас есть стакан зеленки, разведенный в воде. У нас, блин, сейчас покажу фильтр новый, помененный, как правильно. Напишите внизу в комментариях. Так, аккуратно. Блин, у меня все руки уже, смотрите, во. Весь я в зеленке. Аккуратно выливаем зеленочку. Блин, и стол весь. Процесс пошел. Так, здесь булькает, но не пердит. А здесь, блин, из-за того, что вода холодная, сильно запотевает колба у нас. Итак, мы видим первые капельки. Они у нас такого маленько бирюзового, да, или какой он там цвет получается. Правильно сказать. Фильтрация у нас началась. Ждем.
Итак, дорогие друзья, для вас прошло опять пару секундочек. У нас вся зеленка профильтровалась. Вот такого вот она стала цвета. Ну, я бы не сказал, здесь вот когда мы ее заливали, она была такая темная, как не знаю что. А здесь она стала посветлее. Сейчас мы, бэмс, в прозрачный стаканчик это дело нальем. Цвет намного красивее, чем это. Вот так будет по цвету, смотри. Итак, мы профильтровали зеленку. Достаточно красивый получился такой цвет. Вы можете посмотреть сами, что цвет обалденный. Ну, по запаху, допустим. Ох, по запаху оно пахнет что-то почему-то это спиртом. Да, спиртом пахнет. Естественно, пробовать я вот это вот сейчас не хочу. Потому что, ну, мало ли, какие будут последствия. Зеленку я не видел, чтобы кто-то еще пил. А вдруг после этого будет последствия, как после марганцовки. Я потом рогать побегу. Я хочу проверить вот так. Зеленка оставляет очень много следов на пальцах, руках и даже на камере у меня. Макаем палец. Болтаем. И проверяем. Ну, чуть-чуть видно, что палец чуть-чуть поменял цвет. То есть она остается такая же маркой. Вот. Можете оценить. Это вот я капнул, а это вот сейчас макнул два пальца, да? Видно, что они цвет маленько поменяли. Так, отставляем это в сторону. Ба-бам. Ну вот, в принципе, и все. Сегодня в нашем видеоролике, в новом разделе нашего канала, который называется «Эксперименты», мы фильтровали его через такой фильтр, все различные жидкости. Также хочу сказать, ребята, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Ну а я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, не забудьте участвовать в конкурсе. Всем пока-пока!